Добрый день, уважаемые любители. Следует, конечно, сказать, что очень хорошую игру показали павлодарцы против Кайрата и выигрывали ту встречу. Футболисты обмениваются рукопожатиями. Тобол сегодня играет в желто-черной форме, Иртыш в белой. Ну и начнем с составов играющих сегодня. Номером 16 номер Токтар Жангылышбай, главный тренер команды Тобол, Амари Михайлович Тетрадзе. Команда Иртыш жестко сыграл против Главины. Передача Дизам опасна! Удар и стелится. Очень ждут кустанайские болельщики, что сегодня бессменный капитан на протяжении... И вот они упускают. Смотри, Фонсека убегает. Хороший пас, ни игры нету. Прострел абсолютно один. Шимкенцев теперь уже сам хотел сказать. Павлодарцев пришли в штрафную. Саш, ну давай уже, простите нас, пожалуйста, зрители. Но не так давно, я вот сейчас вспомнил. Но это об этом потом. Деспотович один абсолютно. Справа есть Жангылышбай. Получает мяч он и... Он снял мяч с ноги Жангылышбая. Прекрасная атака. Так и есть, два ли. 18 номер кустанайцев. Кислицын. Подача штрафную, удар. И смотри, как из... Идет подача. И один абсолютно бьет. Ну, до конца не получилось у него помешать Фонсеке. Подача. И вновь Сартаков блокирует. Дальний удар. Какой удар! Штанга! Забитие. Прекрасная возможность. Два в один выходили Джордж Деспотович и Жангылышбай. И вовремя подоспевший Двали. Опасно, удар! И первый спасает на мяче. Да. Пас. Штрафную. Кто это у нас? Франк Джадже. Вновь Родриго. Удар и... Жангылышбай. Жупа выводит. Опасно, может получиться. Удар какой был у Главина. Скидка Деспотовича, Главина бьет. И... Деспотович. Обыгрывать будет. И бьет, прям попадает. Калинин вновь. Легко как обходит одного, второго, стеночку играет. Подача и... Деспотович. Один набегает партнер, получает мяч, удар и выше ворот. И Жакупов, да, пробивал? Все. Концовочка матча, очень опасный стандарт. Подача и... Спасок. Да, им. А всех...